сладкий, привет, моя хорошая грядка. Сегодня с вами снова я, Сергей. Сегодня у нас наконец-таки новые покупки фикс-прайса. Что-то редко они стали делать коллекции с канцелярией и прочими штуками для рукоделия. Поэтому, как только я увидела, что они выпустили новинки, я тут же пошла и купила себе то, что вы сейчас увидите. Начну я с неканцелярского. Это такой вот дискосветильник. Он очень прикольный, 99 рублей. Тарики в комплект не входят, сразу говорю. Здесь обычные 3 пальчиковые батарейки идут у нас. Давайте посмотрим, как он работает. Тут он, правда, не очень качественный, потому что вот этот шар, он у меня снимается. До конца я его одеть не могу. Надеть, точнее. Туда. Так, у нас здесь вот отсек для батареек. 3 обычные пальчиковые батарейки. Единственный минус его, он очень сильно шумит, когда работает. Сейчас я покажу вам. Но он очень красивый. Вы даже не представляете, какая дискотека здесь в комнате. И на столе. Это очень круто. Ну вот посмотрите, например, на коробке как отражение. Вот примерно на стенке то же самое. И когда он работает, он начинает все громче и громче работать. Я думаю, что здесь, ну, что-то стоит внутри, может быть, подтянуть, подделать, и тогда он должен будет лучше работать. Вот. И он снимается постепенно, да. Я не знаю, что с ним делать. Вот. Я попробую попросить, чтобы мне его сделали. Вот, видите? Шарик этот. Ну, очень красиво, на самом деле, очень. Так вот, вставить в комнату ночью. Если бы он только не шумел, было бы все круто. Вот, кстати, скажите, у кого тоже так же сильно шумит этот светильник, так же, как у меня, и как вы справились с этой проблемой? Вот теперь опять не могу на место вставить. Следующее, что хочу показать, это такие вот 2 декоративные ленты для украшения подарков, но я буду их использовать в письмах и в разных своих скраб-штучках. Вот такой дизайн у них. Вот это вот самое красивое, мне кажется. Такая нежная. В прошлый раз, когда продавались, кажется, в прошлом и позапрошлом году, я не успела купить себе такие ленты. В этот раз я вот успела и взяла такие 2 дизайна. 2,7 метра здесь у нас. Очень-очень классные, такие нежные, нравятся мне. Вот здесь вот просто показано, как можно их использовать. Даже тарелки декорировать можно. Рамки, коробочки и все, что вашей душе угодно. Как я могла пройти мимо скотчей? Опять. Да, новые скотчи вот такие вот веселенькие выпустили. Таких еще не было. Смотрите, они просто как радуга. В этом году очень модно радуга, особенно в косметике. Хайлайтеры видели, как выпускают разные фирмы. Maybelline наконец-то теперь тоже выпустили радужный хайлайтер. Вот. Вот этот очень классный. Этот у нас просто шашечка. И вот этот прикольно напоминает о единорогах. И последнее, что я взяла, это вот такие вот потрясающие наклейки. Их всего 6 видов, но я смогла взять только 2. Они потрясающие. Такие наклейки Фикспресс, по-моему, еще не выпускал. Смотрите, они с камушками идут, с блестками. Очень-очень-очень красивые. Особенно вот эта с птичкой. Это вообще прелесть. Я просто, не знаю, в диком восторге. Спасибо Фикспрессу за такую красоту. За то, что они порадовали нас, скраперов и творческих людей, такой красотой. Здесь тематика бумажных писем. И я думаю, что будет очень-очень приятно получать вашим друзьям, с кем вы переписываетесь, такие вот красивые наклеечки. Такие вот дела, это все покупочки на сегодня. Надеюсь, вам что-то понравилось, надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч, пока-пока!